Сегодня Международный день защиты детей. В республике намечены праздничные мероприятия, однако из-за погоды гуляния в парках и скверах отменены. Кульминацией праздника станет концерт «Мечты сбываются» в Театре оперы и балета. С 1 июня автобусом ограничен въезд в Казань. Запрет будет действовать на время проведения чемпионата мира. Исключение для транспорта, который осуществляет регулярные междугородние перевозки. Снег в первый день лета наблюдали сегодня жители Казани, Нурлат, Набережных Челнов и других районов республики. Татарстанцы уже делятся кадрами в соцсетях, а синоптики пока не дают утешительных прогнозов.